Всем привет! Я приехала к реке, хочу немножко прогуляться и вас взять с собой. Сегодня у нас солнечно, но очень ветрено, поэтому, наверное, мы будем гулять и слушать музыку, потому что говорить все равно бесполезно, поскольку просто этого не будет слышно. Смотрите, что у нас за бортом. Я в машине, сейчас я выйду, пойду гулять и покажу вам. Кстати, там вон на лодочке кто-то переправляется. В каких-то странных жилетах. Давайте приблизим. Это спасатели, что ли? Интересно. Тут еще как раз стоит машина аварийная. Вот это они, наверное. Зачем они туда перебрались? Они же могли просто объехать, если они на машине. В общем, как-то непонятно. Вот здесь стоит машинка, видите? Наверное, они с ней как-то связаны. Да, горы мусора. Смотрите, здесь горы мусора. Я не знаю, такое ощущение, что они... Снег сошел, мусор остался. Куча-куча мусора, везде мусор. В общем, это ужасно. Ну, пойдемте с вами погуляем, мы посмотрим на что-нибудь более приятное, например, на воду, а не на мусор. Боже мой, здесь такой ветер, просто сдувает. Я вернулась в машину, потому что мне хватило буквально 10 минут, чтобы постоять около воды и понять, что очень холодно. То есть такой ветер,
который продувает насквозь вот даже такую жилетку, которая, в общем-то, достаточно ветроустойчивая. Поэтому я вернулась в машину и поняла, что, ну, наверное, 10 минут сегодняшней прогулки мне достаточно. Ну, да, конечно, выглядит все это заманчиво, но ветер действительно очень жуткий. Поэтому, ну что, могу показать вам из окна машины. Кстати, берега очень обмелели. Видите, даже здесь вот получается как изгиб реки, как правильно сказать. Видите, все обмелело, после зимы растаяло. Ну, обычно летом все возвращается, и снова такие широкие берега у реки. Но вот посмотрев, что же под этой водой, вот, да, вот все эти трубы, которые выпирают, там мы не берем сейчас в разговоре про мусор, с мусором, да и так все понятно. А вот то, что именно летом скрывает вода, вот эти каменья, шины, какие-то куски труб. Вот это, например, это вообще, то есть все скрыто водой. Я просто не понимаю, как люди, зная это, могут купаться в этой реке. Я в принципе не понимаю, как можно купаться в водоемах Подмосковья. Но тем более, вот как бы вот здесь. Люди купаются. Это не простые слова, это подтверждено моими видео. Не знаю. Мне было бы, наверное, страшно. Во-первых, наступать непонятно куда. Во-вторых, вода непонятно какая. В общем, люди, не купайтесь в реках Подмосковья. Лучше купайтесь в ванной. Как говорится, нету денег на отдых на море. Набирайте ванную, добавляйте соль, ароматизаторы и наслаждайтесь. Так, мужики эти ушли, не знаю, что они там, лодку притащили. Не знаю, что проверяют. Машина, которая была ремонтная, уехала с другими мужиками. Короче, тут какие-то дела творятся на реке. А я, тем не менее, где я? Сейчас я. Я, тем не менее, со всеми попрощаюсь. Вот такая вот маленькая прогулочка. Сейчас я немножечко перекушу. Я решила выйти, подышать свежим воздухом, немножко оторваться от работы. Заодно снять видео. Но я попрощаюсь, а я сама сейчас немножечко себе устрою небольшой перекус в теплой машинке с видом на реку. Все, всем пока-пока! Thank you.